Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Владельцы этого имени находятся под покровительством Сатурна, одной из самых мрачных фигур в планетарной системе. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Они всегда стремятся действовать. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочность и гражданское мужество. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Главные качества личности – дисциплинированность, последовательность, реализм, авторитарность, способность к проявлению физической и моральной силы и высокой концентрации всех резервов организма. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.